Якщо ви хотіли побачити мене, як я танцюю, то ні. Зараз мені не до танців. Бачите, у мене є окуляри, іноді я їх знімаю в ефірі. Про те, що вам сказати, сьогодні ми підберемо не просто окуляри, а нереально круті. Тетяна Туча, доброго ранку. Доброго утра. Засновниця бренду сонцезахисних окулярів. Доброго раночку, Тетяна. Ну, одразу ми почали з найважливішого. Дійсно, зараз весна, сонце вже буває таке, що дуже яскраво світить. І я особисто, чесно скажу, думаю, які мені підібрати окуляри. Це дійсно проблема, тому що не хочеться, щоб вони змінили обличчя не так, як потрібно. Хочеться, щоб підкреслили найкраще. Так, взагалі, як обрати вдалі окуляри? В первую очередь я рекомендую запастись терпением, потому что создавая свой бренд изначально, я столкнулась с возражением от клиента: мне очки не идут, так. Я очки не ношу или мне сложно подобрать. Почему так происходит? Почему люди задают такой вопрос, как правило? Потому что мы же не говорим, когда приходим в магазин, что мне кроссовки не идут, или мне джинсы не идут, или платье не идут. Побувати, да, так. То есть это так, само так. собой разумеющиеся атрибуты нашего гардероба. А все, что касается солнцезащитных очков, мы их не носим каждый день. Да, вот, и когда мы одеваем просто этот аксессуар на себя, так. его видеть в зеркале физически просто непривычно. Вот. И нужно настроиться, что мы смотрим в зеркало, меняется цветопередача, и нужно попривыкнуть к себе в солнцезащитных очках. Но есть еще и такая тема, как правило подбора. Вот. Как правило, правило подбора. То есть как очки должны правильно сидеть у нас на лице. Да. Вот. И есть такие базовые правила, которые касаются классических форм. Это правильная посадка на переносице. То есть очки должны сидеть плотно на переносице. Если это роговая оправа, это как у вас. Вот, и металлическая оправа, это с носоупорами. Вот, если это очки с носоупорами, то их нужно правильно регулировать. Это вот такие вот штучки. Так. Видите? Вони з силикону чи з цього? З чого силиконовые, так. Да. То есть их надо регулировать. Вот здесь видно, да? Для того, чтобы правильно посадить вот здесь на косточку носа. Ни в коем случае нельзя носить очки вот здесь. Не потому можешь. Что нельзя. Это, ну, вы знаете, как бы я за здоровье. Вот. Так. Мувитон это на голове. я бы так сказала. Это коли ось так. На голове, да, нельзя. Это, ну, по этикету не положено. Вот, потому что деформируется косточка носа, и это, ну, чревато последствиями операционными. То есть самое на оси носовые кисти. Да, вот здесь вот у нас есть косточка. Почему я столько много уделяю внимания этому? Потому что это отправная точка. Очки, если они сидят правильно у нас на переносице, тогда они, если вот это роговая оправа, допустим, вот ой, они сели, сели и это. Сидят, да? Вот, они никуда не сползают, потому что большинство людей приходят со своими очками, которые сидят, ну, вот они вот так вот, вот. А для того, чтобы они не сползали, нужно, чтобы здесь не было зазора. Вот у вас правильно сидит оправа. Вот не было зазора никакого. Вот. И второй момент, по которому мы ориентируемся при подборе защитных очков, это линия брови. Так. И третья линия скулы. То есть, когда у нас очки сидят хорошо на переносице, сейчас я вам продемонстрирую какую-то еще оправу в металле, симпатичную. Давайте, можливо, я щось примірю. Да. Можливо, я сейчас подивлюся. Я посмотрю, щоб вам підходило. У мене дійсно завжди проблема у тому, що у мене взагалі окуляри мають закривати брови чи ні? Хороший вопрос, самый актуальный вопрос. Так. Классическая форма солнцезащитных очков должна повторять линию повторювати. Брови. Повторювати. Да, повторять линию брови, потому что так, а ну давайте спробуємо. У многих так. девушек дилемма закрывать или повторять. Угу. Видите, не подходит? Я бы вам рекомендовала чуть больше оправу. Больше. Чуть-чуть больше, да, саму линзу чуть-чуть больше, капельку прям больше. А давайте але скло дуже комфортне, я скажу. А это мы об этом дуже тоже поговорим. Комфортне. Сейчас я, смотрите, по правилам посадки мы пройдемся с вами. А ну держите вот такие. Так, от що ви скажете на такий варіант? Я дивлюся, що скло мені дійсно дуже комфортне, але я розумію, що зараз у мене скло закрило мої брівки, так? Повторюють, повторюють.
верхнюю бровь. Тобто всі мені підходять, так? Да, эти подходят. Ага, у нас же є люстерка, я можу подивитися. Так. Видите, о, вам, мені дуже подобається. Не садяться на щочки і повторяють лінію скули внутрішні. Не внешні скули, по которым мы делаем коррекцию лица девушки, вот, а внутрішні скули. Вот. Все чітко. Видно, я хочу сказати, що дуже комфортно. А чоловікам як правильно підбирати? Все те ж саме. Те ж саме? Один і той же принцип. Один і той же принцип. Комфорт. Саме головне, що очки повинні сидіти комфортно. Самий головний принцип – це комфорт. От і в оправе имиджевой и в оправе солнцезащитных очков должна быть правильная посадка. Если мы говорим о очках оверсайз, которые сейчас очень модны, це такі великі, так? Большие, так, очки гранди, очки оверсайз. Вот я вам тоже взяла показать, да? Ось такі фасон у моді зараз, так? Да. Класика, она всегда модная. Вот, видите, вот очки оверсайз, они хорошо сидят. Тоже, опять же, мы смотрим, так, чтобы они хорошо сидели на переносице. Вот. Але ці у мене сидять ось тут більше, не на переносице. Вот, некомфортно, видите, так, отследили. Как выбрать, если подводим итоги, да, то есть как выбрать солнцезащитные очки? Очки должны сидеть комфортно. Давайте вот эти посмотрим. Большие очки должны сидеть комфортно, повторять линию брови, повторять линию скулы. И очень немаловажно подходить по цветотипу. Эти получше, правда? Так. Да. Подходить по цветотипу. Что такое цветотип? У нас есть осень, весна, зима и лето. Да? Вот. И это тон лица и цвет волос девушки. Ну, парням так же самое. То есть там можно смотреть. Нельзя, чтобы оправа она смотрелась отдельно от лица. То есть все должно быть гармонично. Якщо блондинка, да, і, або блондин, яка оправа має бути краще? Знаєте, блондинки, от я ж теж блондинка. Да. А бувають блондинки. От блондинкам платиновим може подойти чорна, от така прямо оправа. Ага, щоб контрастність була. Да. А блондинкам більше таким пшеничного цвіту волосся рекомендовано більше для образу. Да? Тобто ми говоримо о класиці, ми не говоримо зараз о точці і акценті оправы, которые сочетаются с чем-то, потому что отдельная тема – это цветные оправы, когда мы там одеваем красную оправу, красная лента в шляпе, красная оправа, красный там какой-то аксессуар или платье. То есть мы играемся всегда, солнцезащитные очки – это всегда точка в образе, это создание имиджа, это завершение образа, то же самое и шляпа. Вот, поэтому, как бы, если мы говорим о классическом подборе, то, ну, допустим, мне больше подойдет оправа коричневатых вот таких вот тонов. Вот, она будет смотреться на... Ой, я дивлюся, там такие гарні ще рожеві вставки. Дуже это, стильно, да, это фурнітура. Так. Ніби она... ніжність така. Да, да, да. Нотка ніжності. Фурнітура, она всегда дает ширину полета для фантазии, как мы можем завершать, если это цветные какие-то элементы, я обожаю, то есть можно сочетать. Если мы выбираем цветную линзу, в солнцезащитных очках, видите, вот такая цветная. Мы можем играться тоже с... Сейчас очень модно, это монолук, когда у нас розовые очки. Да. Ну, любимая тема. Одеваем розовые очки, и мир становится ярче. Да. Чому бы не? Чому бы не? Вот. И подыгрываем эту цветную линзу каким-то элементом, или шарфиком, или просто платьем розовым. Это очень красиво смотрится. А яка найкраща оправа для чоловіків? От. Щоб я просто розумів. Ага, давайте з вами теж. Так, давайте. Я поняла, на що ви намікаєте. Нужно, Макс, нужно поміряти також. Знаете, я бы еще, знаете, если вы хорошую тему задали, да, какие очки нужно выбирать сейчас весной. Так. Я бы хотела два слова сказать про категории защиты, это тоже важно. Короче, про скло, про само. Материал, из которого изготавливаются очки. И что такое защита? Потому что многие наши клиенты путают защита от ультрафиолета и поляризация. Поляризованная линза. То есть есть защита ультрафиолета,
защита, она во всех очках. Поляризованная линза – это функциональная линза, которая рекомендована для вождения на длительные дистанции, для людей с проблемным зрением, для рыбной ловли, потому что нет. Что такое поляризация? Она убирает блики горизонтально. Антибликовое покрытие есть везде. Это горизонтальные вот эти зайчики, которые мы и вертикальные. Но поляризация, она убирает блики только горизонтального происхождения. Это вот отблеск, который у нас на воде, это у нас на асфальте, вот эти отблески. Вот поэтому как бы поляризация... Сейчас, кстати, у меня очки. То якщо ми приходимо в магазин, обираємо окуляри, нам потрібно обрати з поляризацією, прямо так сказати, так? Ні, якщо ми їдемо на море, ми вибираємо очки третьої категорії защиты. Так. Это вот третья категория защиты, она такая сплошная линза, третья категория защиты, она без градиента, без перехода. Вот. Мы обязательно выбираем на море вот такие вот, вот такую вот линзу, третья категория защиты. Уважаемые телезрители, обязательно приходите и говорите, что мне, если вы едете на море, это очень актуально, потому что большинство клиентов или большинство продавцов, они в магазинах солнцезащитных очков не уточняют, для чего, для какого режима нужны очки. В городе или на отдых. Если на отдых, это обязательно третья категория защиты. Вот она может быть и вот, смотрите, сейчас. Так, может слухайте, быть, інгредієнт. Якщо повернутися до менеджерів, які там так обслуговують клієнтів в плані окулярів, просто не всі ставлять питання типу, а на що вам окуляри? У нас это прописано в технологии работы с клиентом. То есть это очень важно задать этот вопрос. Иначе клиент может уехать в отпуск с вот таким вот градиентом. И такие очки, это на сейчас, это на весну. Здесь у нас вторая категория защиты. То есть вторая, первая категория защиты, это весенняя. Нужно отрегулировать носовые упоры, чтобы они чуть выше сели в очках, которые на вас. Они тоже симпатично смотрятся. Мне так сподобалось. Вот. Ага. Вот. Получается, что очень важно понимать, что город – это вторая, третья категория защиты. Градиентная линза с переходом. Это уже по желанию. Можно с поляризацией, можно с антибликовым покрытием. Самое главное, чтобы была защита от ультрафиолета. В сети моего бренда везде стоят такие приборы, как денсотиметры. Денсотиметр, он измеряет уровень защиты от ультрафиолета. То есть вам консультант, каждый в моем магазине может проверить защиту от ультрафиолета. Вы можете посмотреть, что очки качественные и сертифицированные. Вот. Что касается подбора мужчинам. Ну что, так. Давайте попробуем? Ну, давайте. Хоча це незвична трішки оправа для мене. Конечно, потому что большинство оправ, которые выбирают клиенты, это классические оправы все-таки. Так, ага. Ну я так теж за класику. Так, а мені здається, що Максу потрібно більш крупні окуляри. Ні? Мені здається, я схожий, знаєте, на кого? На Леона Киллера. Це ще одна цікава історія. Всегда у клієнта є асоціативний ряд. Лес, Леон Киллер. Не вспомню ще, але, в общем, цих героїв, їх дуже багато. Зараз посмотримо більш класичну. А авіатори, так я розумію? Є форма авіатори. Мені здається, Макса буде круто. И есть авиаторы. А вы знаете, вот есть такая еще бытует такое мнение, что очки нужно подбирать по форме лица. Так. Так, до речи. Вот за 15 лет работы, 17 лет работы с клиентом. Подивіться. Да, ну, класс. Вот классно, да. Так же классно. Твое, все. Я тут, знаете, уявляю себе таким американским полицейским. А смотрите. Добрым. Да. Смотрите. Класс. А почему вам нравится, как сидят авиаторы сейчас, Андрей? Потому что они подходят ему под этот образ. Так. Очки, мы же говорили, что это завершение образа. А эти очки, они с претензией. Это заявка на другой стиль. Да, то есть это не повседневные очки. Допустим, вот это моя любимая модель, это унисекс-модель. Я в этих очках обязательно, когда еду на море, беру вот эти очки на море. У моего парня такие очки, у меня такие очки, и у многих моих друзей такие очки, потому что они очень комфортные, поэтому их сразу, видите, я как себе вам предлагаю. Слушайте, ну, вы знаете, дуже приємно, коли власниця бізнесу масштабного, як собі підбирає. І от хотілося б запитати ще, на вашу думку, за моєю формою обличчя, от що буде пасувати, от окрім авіаторів ще?
Обязательно классика. То, что у вас должно так. быть. Обязательно классика. Я здесь у нас не вижу. Я брала бы почему-то... я видела ваши передачи и видела ваш стиль, и не брала вам классику. Вот брала вам все модное все. Брала вам все модное, да. Могут быть вот такие вот круглые еще очки. А ну... О, кстати, дуже цікаво, до речі. Так. Вау. Макс, ну, твоє так. теж може Прикольно. Бути. Прикольно, скажите. Класно. От не буває такого, що під форму лица підбираємо? Ми підбираємо під розмір завжди скул, от, і ми підбираємо завжди під розмір, по чертам лица. От, тому що які би, навіть очки, ми говоримо, там, допустим, вам йде тільки класика. Якщо ця класика на вас мала, то вона вам вже не йде. Ну, так, уже... Понимаете, так, да? Так. Ага. Танечка, тобто, наскільки я розумію, якщо обличчя крупне, широке, роки, то окуляри мають бути крупні або маленькі? Очки, перший критерій, ми беремо класичні моделі, да. Вони повинні йти по лінії скули, по лінії і пропорційно, пропорції, да, які пропорції. Очки не повинні займати більше, класичні очки, більше, ніж треть лица. Так. Ми беремо треть лица, да, вот, класичні очки. Все, що стосується вот таких вот... Ну. Ось тут ви вгадали прямо ідеально. От, это... Не знаю, мені, я просто, вот, знаєте, кайфую від цього. Это очки, это очки эллипсы. Mm-hmm. Это очки эллипсы. Вот также, вот смотрите, мы вам одели авиаторы, эллипсы, квадратные очки. Так, чего тут еще у нас есть для мужчин? А, давайте мне тут так, давайте. Бокс что-то. Але это правда, что зараз більшість окулярів унисекс ідуть? Нет, нет, большинство нет. Вот давайте я хочу еще вам дать померить, допустим, очки, если мы говорим о трендах, да? Так. Давайте чуть-чуть о трендах. Потому что интересно с нашим телезрителям, что модно. Мы уже сказали, что это оверсайз. Это квадратные очки. Угу. Квадратные прям очки во всех проявлениях. Это окуляры, которые сейчас в тренде, так? Вот такие фасоны. Да. Так. А ну? Макс, подай мне, пожалуйста, так, люстерку. Так. Ага, Макс, еще вам так, квадратные ну, тоже. Оцените сначала вы, чи... А, давайте я отрегулирую носовые упоры, чтобы они чуть-чуть... Снимайте. Угу. Снімається. Так, ну що, красивий? Там усе регулюється, я розумію, що можна під себе підлаштувати. Да, обов'язково, але багато не знають, що там є насупори, які регулюють. Ну що, я думаю, що у вас також вже прийшло натхнення обирати окуляри, готуватися до літа, до пляжного сезону. Ми вас надихнули, я так вже думаю, що точно. Вже відчуваються звуки моря, чайки літають, пісочок теплий. Ми зараз говоримо о том, що, смотрите, вам класна була класика, квадратна, красиво, посмотрели на себе, да? Квадратна, подошли вам ці очки. І я вам ще предлагаю Кіті, ми говоримо, да, Кіті, це завжди у нас. До речі, ось такі у мене є, дуже схожі, саме такого фасону. Ці на мене трошечки маленькі. А ви одівайте, одівайте, ми посмотримо. Ні, 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 смотрите. О. Ой, ну я себе взагалі відчуваю, ну це... Это, ви розумієте, как бы, очки – це настроєння. Так, когда ми так. одеваємо авіатори, ми відчуваємо себе, ну, по... Это casual стиль, street style, вот это такой... Мені здається, просто ваші окуляри не хочуть від мене ані... Макс, вони самі тебе обрали просто. А до речі, є таке, що окуляри можуть вас обрати самі? Чи це вже таке філософське? Ну, я і так не бачила, щоб вони падали ну, от, на клієнта. От тільки що я поміряв, а Мірка зачепилася за мікрофон. От мені цікаво по прикметах. Якщо ти знайшов на вулиці окуляри, чи можна їх забрати і носити? Ви знаєте, якщо це очки Lucky Look, то, звісно ж, можна, тому що наші очки приносять удачу. Якщо а якісні, якщо приносять вдачу, чому і ні? Так, да, ну, а посвятити водичкою можна було. На всякий случай. До речі, а є якісь в житті традиції, зв'язані з окулярами? А вы знаете, как бы у нас есть это не легенда, да, наши очки приносят удачу, и очень много клиентов. Я прихожу иногда сама работаю с клиентами и говорю, недавно спрашиваю девушку, говорю, вы знаете, что наши очки приносят удачу? Она говорит, конечно, знаю. Я в прошлом году ездила на 2 яхтинга благодаря вашим очкам. Да. Там или там моя подружка уехала в Америку, замуж вышла. Я тут тоже пришла выбирать очки. То есть здесь как бы что мы продаем? Не сам продукт, да, да. Очков продается много. Да? Эмоции. А, эмоции, состояние, в котором уходит клиент. Да? Потому что большинство людей выбирают солнцезащитные очки и видят себя уже другим в отражении. То есть благодаря вот этим всем разным формам
Так. Человек смотрит на себя как будто бы после апгрейда, обновленно. Да. И выходит совершенно в другом состоянии и в совершенно другом настроении. А если мы в классном настроении, тогда что происходит? Мы другого тоже можем зарядить каким-то классным настроением. То відбувається такий позитивний обмін. Да-да-да, такое увеличение уровня вселенского счастья. Тетяна, я не можу не спитати. От дивіться, ми зараз говоримо про окуляри, і видно, що ви просто фанат цієї справи. Ну просто ви цим живете. От коли настав той самий момент, що ви вирішили, що от ви будете займатися саме окулярами? Ой, ви знаєте, якби я ж не сразу це осознала, так. Да? Спочатку це, я називаю це іскусство маленьких шагів. Я починала свій весь бізнес з маленьких стойки з очками на 40 позицій, які там у мене була добавочним елементом к бізнесу, яким я займалася, це лотерейний бізнес. Вот. І я поняла, що никто не образовывает людей, как правильно выбирать очки. То есть потому что неправильная посадка, очки съезжали, вот так вот оттопыренные, то есть сюда солнце не должно попадать. Вот. И никто не смотрит, как они должны быть красиво подходить по цветотипу. И я начала изучать эту тему, очень много материала изучила, написала много методических пособий, создала академию стилистов, где обучаем девочек правильно работать с клиентом, потому что этого образования никто не дает. Много есть академий стиля, как носить, сочетать обувь, платье выбирать, а как правильно выбирать очки, никто не рассказывает. Я решила, что я, кто если не я. То есть ниша была не занята, и вы ее успешно заняли. Да, конечно, да. Я причем не знаю, я много где путешествовала, и я не видела альтернативы. То есть я считаю, что моя сеть является уникальной, потому что альтернативы, где работают стилисты, которые учитывают все особенности посадки и стиля. И очень важно же учитывать, в каком вы стиле ходите, потому что если вы пришли на выходном дне в спортивном стиле, и я вам предложу очки под спорт только, да, так. А вам завтра а на работу классики, выходит в классичном в классике, стиле. Идти, понимаете, сколько здесь нюансов. Опять же таки, если вы носите оправу, есть вопрос со зрением. Я вам не могу предложить, что все подряд, да? Мне вам нужно предложить, уточнить, какой уровень зрения, да? Мне нужно вам предложить, исходя из этого, максимально плоскую линзу. Она должна быть без изгибов, потому что у вас уже чувствительные глаза. Я вам должна предложить градиентную линзу с маленьким градиентом. Вот это вам хорошо, вам комфортно в ней будет смотреть. Комфортно было смотреть? Нет? Абсолютно. Я себе сподобався. Да. То есть нравится это одно, а здоровье никто не отменял. Ценная половина. Да, потому что большинство клиентов, и что мужчины, что женщины, они сориентированы только на красоту. А я предлагаю красоту совмещать со здоровьем. Потому что вот это бывает такое, что закончу с проблемным зрением, так. Да, вот, или, допустим, вам поляризация больше подойдет, или, вот, допустим, если у вас серьезное там, минус отклонение у человека, тогда нужно выбирать фотохромную линзу. Это специальная линза такая с оптикой, которая я не работаю с этой линзой. Это линза, которая в помещении светлеет, так. И на улице она темнеет, когда солнышко, и при этом у нее есть там плюс-минус, надо смотреть вот эти все нюансы. Вообще в подборе очков для людей с проблемным зрением важно понимать уровень проблемы і от этого вже отталкиваться. Танечка, тут дуже багато нюансів. Я думаю, що у нас просто не вистачить ефірного часу зараз, щоб усе це розповісти. Найголовніше, ви розповіли нам про стиль, дійсно. Ви надихнули нас уже підбирати собі окуляри. Ви маєте пройти консультацію, так? Вам можуть порадити, під який стиль підібрати. Взагалі добирайте собі різні окуляри під різний стиль, під кожен день, і тоді ваше життя буде різноманітне. У нас у гостях була Тетяна Туча, бізнес-леді, основниця бренду сонцезахисних окулярів. Ми вам дякуємо, Тетяна. Спасибо большое, було дуже цікаво і приємно поділитися своїм опитом. Ми вирішили відмовлятися від цукру. І найголовніше питання – чого це? Яке у вас зараз? А відповідь на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа». Підписуємось. І у вас завжди буде натхнення тиснути на дзвіночок, тому що цукор дає енергію.
We'll be right back.